Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». События не только этой недели, но и всего декабря будут полны любви и романтики. Планета Венера переходит в знак Скорпиона, а в этот период люди становятся особенно чувствительными. Чем еще нас порадует начало зимы, расскажем прямо сейчас. На этой неделе представители знака зодиака Стрелец продолжают праздновать свои дни рождения. Подробнее об этом созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Стрелец – это изменчивый огненный знак, управляемый энергией Юпитера. Камни-талисманы – аметист, топаз и хризолит. Для людей, родившихся с 23 ноября по 22 декабря, характерны оптимизм и конструктивный настрой, приподнятость духа и высокий моральный устой. В них сильно развито чувство законности. Из стрельцов получаются хорошие юристы, бизнесмены и религиозные деятели. Они щедрые и открытые. Любят путешествовать, предпочитают жить в домах на возвышенности. А если это квартира, то в ней обязательно должен быть балкон. Многие из стрельцов воспринимают жизнь как игру. Представителям этого знака часто везет в жизни. И удача сама плывет в руки. Весь мир благосклонен к ним и исполняет желания почти мгновенно. Успех будет сопутствовать Овнам в сфере образования, путешествиях и юридических делах. Понедельник и вторник – благоприятные для бумажной работы и учебы. Среда и четверг резко изменят характер времени, дела приобретут масштаб и важность. На первый план выйдут интересы друзей. Начало декабря, по прогнозам астрологов, обещает тельцам спокойную, размеренную жизнь. Никаких страстей и эмоций. Несмотря на занятость, близнецы смогут отвлечься и посетить культурно-развлекательные мероприятия. На понедельник и вторник планируйте самые важные дела – это ваши дни. С пятницы по воскресенье – хорошее время для рекламы, дискуссий, интервью и поездок. Для раков начало декабря – хороший период для покупки подарков. Но и не забывайте про свои профессиональные обязанности, чтобы избежать недопонимания на работе. Львам звезды советуют вести себя более сдержанно с деловыми партнерами. Вам не нужны эмоции. Говорите спокойно и по существу. Не стоит никому ничего доказывать. Лучше направьте энергию на налаживание новых деловых связей. В пятницу начальство отметит вашу целеустремленность и, вероятно, задумается о поощрении. Дома и в семье вас ожидают спокойствие и благополучие. В субботу проведите день творчески, реализуйте ваши давние замыслы. Девам в начале декабря придется подстраиваться под вторую половинку и играть по ее правилам. В рабочей среде представители этого знака рискуют столкнуться с конфликтами и спорами по профессиональным вопросам. Это нормально, если задача – отстоять свою точку зрения и достичь максимального результата. Но ни в коем случае нельзя переступать рамки приличия и переходить на личности. Весы своим оптимизмом и энергией по праву завоюют внимание и благосклонность окружающих. Вторник неудачен для принятия ответственных решений, но благоприятен для творческой работы. В среду вы можете получить приятную новость. В пятницу откажитесь от личных амбиций. Это позволит сохранить время, силы и нервы. Воскресенье лучше провести дома. У скорпионов неделя благоприятная и для труда, и для отдыха. Вам будет просто необходимо собрать все свои силы для решительного прорыва. Но не стоит забывать и о личной жизни. Постарайтесь, чтобы режим работы был свободным. Это положительно повлияет на результат. В выходные устройте небольшой, но эффектный праздник для родственников или друзей.
Тельцам астрологи советуют присмотреться к своим деловым партнерам. Возможно, они не такие белые и пушистые, как вам кажется. Будьте более внимательны. Этот совет пригодится и при решении вопросов личного характера. В выходные вам удастся расширить круг общения, и некоторые знакомые не пройдут проверку на прочность. Для козерогов период можно сравнить с путешествием в прошлое. Вас ждут встречи с людьми, которых вы не видели несколько лет. Не исключено, что вашей жизнью заинтересуются бывшие возлюбленные. Но не поддавайтесь ностальгии. Вторую половину недели желательно посвятить укреплению рабочих отношений. Вероятно, какие-то новые возможности помогут водолеям достичь высот в профессиональной области в ближайшие 7 дней. Однако, прежде чем предпринять решительный шаг, звезды советуют непременно прислушаться к интуиции и внутреннему голосу. Рыбам неделя принесет ураган эмоций в романтической сфере, основная часть которых будет приятной и волнующей. Подарки и знаки внимания от новых поклонников и незабываемые свидания в начале декабря, несомненно, поднимут представителей водной стихии на праздничную волну. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Thank you.